Что ж, друзья, всех приветствую, с вами UAMERT, погнали, Endpoint LDLC. Тяжелый у нас будет день, потому что они не работают. Инфидики парней, не работают у парней ничего. В принципе, слышать я слышу, а видеть я вижу тоже, что и вы. Ничего. Ничего толкового пока что нет. Вот, ESL. Будем ждать. Будем ждать. Будем перебирать. Как видите, все идет. Выход. Афрам, минус по Хавигаду. Брукси. Делает несколько минусов. Хорошо. 2 в 5. Дальше. Непростая 2 в 5 ситуация. Ну и конец. И ждем. Вроде бы больше ничего. Ничего не видно. А Манек зато играет за LDLC. В принципе, друзья, на этом стрим вот и продолжается, как бы. Как вы видите. Ну ждем. Ну ждем, друзья. Пока без ничего. Пока вот так вот, собственно, матч у нас и проходит. В принципе, друзья, это дефолт. Это дефолт. Это дефолт EC, друзья. 44-й сезон. Ну, друзья, ну ничего, сейчас мы решим проблему. Ой-ой-ой, возвращается у нас матч. О, это что, сюрприз? Какой уникальный момент, друзья, мы видели с вами. Ничего себе, мы чуть-чуть поработали и ушли вновь фризиться. Ну ничего, друзья, давайте мы сейчас с вами смотрим, а что? А что, в принципе, тут можно сделать, друзья? Будем дальше смотреть. 1-0, будем надеяться, что у нас все получится. Опять-таки, Молотов. И все. Раскидки, МХЛ. Ждет на позиции своего противника, но как бы мы только слышим, что у нас происходит. Я так понимаю, что Сноблинг или Аманек забрали кого-то из игроков Endpoint. Мне даже кажется, это может быть вполне себе МХЛ. Выход. Амане. Чекает позиции. Нердс тоже на месте. Дымочек пошел. Нердс. Аккуратненько. Сейчас, друзья, мы свяжемся аккуратненько со стафом ESL. Ну и ждем пока. Ой-ой-ой, 2-0. LDLC. Берут еще один раунд в атаке. Амане. Ждет противника из арки. Ждет. Все еще.
Ну и пока. Пока тишина. Ой-ой. Друзья, лагает. Лагает до невозможности. Да, понимаю, друзья. Смотреть невозможно. 3-0. И вот оно 3-0, друзья. Вращаемся мы. И ненадолго. Voice only, друзья. Сегодня у нас будет чат, похоже. Ну, стрим вообще. Сейчас мы... Мы ждем, друзья. Мы ждем. Попробуем чуть по-другому. С вами. Тут разобраться. Действительно, смотреть это, друзья, невозможно. Я вас понимаю. Но если бы я хоть что-то мог с этим сделать... Сейчас мы попытаемся еще один путь. Пройти. И мне кажется, может, конечно, все получиться. Но это просто... Это будет... Как праздник. Конечно. Тяжело. Тяжело друзьям. Ой-ой-ой, даже у меня есть вроде бы то, что работает частично. Сейчас мы туда перескочим, друзья. Оп. Мы залетаем вот сюда. Сейчас попытаемся с вами, друзья. Оп, и обыграть этот момент. Выход прострелы. Ждет пока афра своего оппонента. 3-1 счет, LDLC. Проиграли раунд коллективу Endpoint прошлый. В этом будут пытаться отыграться. Сюрреал. Подбирается. Подбирается к нерцу. Играет пока. Ну, в принципе, тут хотя бы мы видим картинку чаще, друзья. Сейчас посмотрим. Ну и ждем пока. Аманем. Минус по хэви-гаду. Дымочек дальше идет. Летом ничего. Молик залетает от Мичеля. Дальше он пытается разобраться. Афра. Немного смещается. Ну и раскидка. Скидка, ждем пока Мичель. Позиции будет ловить противника. Есть флешка. Под МХЛа. Есть еще одна. МХЛ ждет оппонента. Это тяжеловато. Мэтимакс выходит. Гравити делает минус по Мэтимаксу. Хорошо. 3-5 ситуация.
Не просто пока что. Но что есть. Но что есть, но что есть и далее. Далее пока тишина, друзья. Сейчас посмотрим. Что можно с этим делом придумать, друзья? Ну и ждем. Пытаемся в другом пока месте. В принципе, и там ничего не работает. В принципе, тут мы можем и обновиться, друзья. Ну, unfortunately, что есть, то есть, друзья. Пока работаем. Тогда так. 4-1. Сноблинг пытается как-то разобраться с оппонентом. От Брукси. Ждет пока Мане. Ну и Амане играет с оппонентом, пытается разобраться, не выходит у Аманека. И Амане отходит. Пытаемся, друзья, побороть это дело. Но пока не получается. Не получается, но я с этим борюсь, друзья. Мы сейчас что-то-то придумаем. Мы с вами, друзья, что-то придумаем. Да, друзья. И причем, скорее всего, действительно в трансляции проблема с ними. Да, друзья, я понимаю. Понимаю, и мне неприятно это признавать. Сейчас, секунду, мы с вами разберемся. И, может быть, через секунду мы и вернемся, друзья. С новыми силами, с новыми эмоциями в новый раунд. Новый раунд для нас. Сделаем так, друзья. Пока ждем. Но, как мы видим, не работает. Вот это. Пока не залетает, друзья. Ждем, пока решится проблема. Пока ждем.
Пока, друзья, ждем. Не торопимся. Не торопимся, сейчас быстренько я решу проблемы и вернемся как только так сразу.
streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. Then I saw you back before my time was shortened. No, throughout my life you called me a renegade. Oh, through all my loves you said we could start again, but I'm a renegade of your love. Oh, but I'm a renegade of your love. I'm a renegade of друзья, хотел попробовать, не получилось. Вернемся через 2 минуты, получается.
streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. Then I saw you back before my time was shortened. No. Throughout my life, you called me a renegade. Oh. Through all my loves, you said we could start again. But I'm a renegade of your love. Oh. But I'm a renegade of your love. I'm a renegade of when you feel the world is over. When
When you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing.
streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I still believe in love. And although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. Then I saw you back before my time was shortened. No, throughout my life you caught me. Друзья, мы возвращаемся. Мы побороли этот VPN к концу карты. К концу карты мы это сделали. Рупси, выход. Хороший минус, а про минус дальше выход. Ой-ой-ой, друзья, выпад идет еще от Сноблинга, Сноблинг забирает двоих, и это 14-8. Друзья, это победа над плеером ИСИ. Мы с вами смогли, сори, друзья, за то, что пришлось так долго ждать, сори за то, что... Ну, по факту испортилась для вас первая карта, которую выиграли LDLC. Я за это приношу свои извинения. И я в этом виноват. Виноват я отчасти, но и отчасти этот плеер. Так что, ну, сори, друзья. На второй карте уже все будет хорошо. Афра. Забирает им и челем. Дальше отходит Афра. Хаешку накидывает, его тоже хаи отправляет. Флешечка от Аманека. Далее дымочек. Хэвигат на месте. Пытается найти противника. Минус по гравити. Хороший фраг. Далее молик. Выход. Хэвигат. Афра далее распикивает. Афра забирает. Ну и Брукси со Сноблингом. 2-4. Не получится LDLC взять уже этот раунд. Какая радость, друзья. Какая радость, что мы все с вами можем теперь смотреть этот Counter-Strike. А я как рад, вы не поверите. Вновь-таки, сори, мы пропустили с вами одну карту. В этом, конечно, я тоже чуть-чуть виноват. Но главное, что следующая карта пойдет как по маслу. А вот это уже очень здорово. И вот это, конечно, стоит затраченных усилий. Четырнадцать-девять. Я раскидка. Ну как? Есть раскидка. Есть и есть. Правда. Эффективность тоже. Далее дым. Mighty Max подтягивается. Бомбу оставил и позиции проверяет. МХЛ выстрел. Без минус. Дым от Брукси. Пока что два девайса всего лишь у LDLC. Но они на плаву. Молик тоже есть. Афра проходит. Нердс. Нердс спрей по Афра. Хороший минус. Флешка. Брукси. Сноблинг. По фрагу дают. Дальше выход.
Вот Брук Синий получается ее забрать. Ой, какая агрессия Тамане. Какая агрессия Тамане. Со времен G2, наверное, у нее не было такой агрессии. Как сейчас. Ну и Heavy God. Бубу плентит. 2 в 2, конечно. Мне кажется, здесь даже стоит Тамане и Сноблингу отойти на сейв. Heavy God. Сноблинг. Минус по Heavy God'у. Нерц. Нерц подловила Мане. Сноблинг знает, где Нерц. Ну и Нерц. Нерц пока проходит. Знает, где Сноблинг. Сноблинг знает тоже. 14-10. И LDLC. Раунд не забираю. Ой-ой-ой. Какая красота. Тут можно и вернуться. Друзья, ну не лагает же. Ну какое счастье. Смотрим дальше, что будет. Поглядим. Эмичей. Выход мидл. Никого не видит. Афра чекает. Дымочек. Флешка. Чекает МЧЛ. Гравити, Сноблинг. Дым накинул. Дым накинул и стоит. Морики и флешки. Эвикат. Чуть пикнул. Никого не видит. Теперь Амане. Нерц тоже на месте. Нерц. Ой-ой-ой. Сам не заметил, а его как раз таки заметили. Афра. Гравити. Минус по Heavy God'у. Молик накинул. Флешка. Афра и МЧЛ. Минус по гравити. Хороший фраг. Нерц. Молик накинул. И Нерц распикивает. Выход на плент. Открытый. Выход от Сноблинга. Минус хороший. Бомба ставится. Брукси забирает плантищего бомбу, но не предотвращает установку бомбы. По итогу МЧЛ делает минус. Нерц тоже включается по Сноблингу. И МЧЛ пытается сейчас под дымами поиграть. Выход первого забирает. Тамане минус по Нерцу. Дальше прострел. Тамане забирает себе авик. Хае накидывает Тамане. Лучше сьюспом. И у него сьюспом получается. У него сьюспом выходит, друзья. И это 15-й для LDLC. Французский коллектив готов. Готов выходить 15-му. И дальше забирать уже 16-й. 15-й в кармане. Все, за шаг до победы. Ну не может это не радовать, друзья. Ну не может нас это не радовать, друзья. 15-10, счастье это какое? Ну, для фанатов LDLC, конечно. Для Endpoint все грустновато. Афра, Сноблинг. Хаешки, раскидки. Афра, дым. Спрейтом и челем. Пошли прострелы. Майти Макс. Это ведь дым. И дым пошел. Дым пошел, и молики под Афрам. Афра отходит, и МЧЛ ждет в позиции. Далее, Нерц прострелы. Без минуса от Нерца. МЧЛ выпад тоже. Афра минус по Heavy God'у. МЧЛ минус по Афра. Это 4 в 4. Хорошо, на плаву еще LDLC, но тоже борется Endpoint.
и ждут, пока парни. Mighty Max, флешка. Готовит еще дым. Дым тоже залетел. Гравити падает. Гравити, Mighty Max минус по гравити. Флешам. Брукси. Брукси ждет. Плохой спрей от Брукси. Просто ужасный спрей от Брукси. Нельзя так стрелять. 12-11, скорее всего, будет. Ну, блин, тут уже никого не спасет. И это раунд с большой долей вероятности для эндпоинт. Банально не идет Амане, друзья. Банально не идет Амане на это выбивание. Мане. Минус по нерцу напоследок, но от Сюрила не убежишь. Что по стате у нас, друзья? 18 на 16 МЧЛ, 14 на 18 Сюрил, 17 на 17 нерц, 18 на 16 Heavy God. 13 на 17 Mighty Max. Вот да, между делом. 12 у Амане, 22 у Афра. Афра, кстати, это тот самый парень, который перешел... Из хитов он перешел в LDLC. И в целом у хитов сейчас проблемы какие-то. Они с теми играют, с теми не играют. Те им нравятся, те им не подходят. Джекс тоже что-то не особо. В общем, как-то у хитов все грустно. LDLC, в принципе, мы их не видим. Поэтому я бы не сказал, что... Как-то можно сказать, что у них там что-то не получается. Их просто не видно, значит, у них в принципе не выходит систематически. И это даже, наверное... хорошо. Выход. Нерц. Два минуса дает. Афра минус по нерцу. Далее Mighty Max минус по Брукси. Mighty Max дальше пытается забрать Амане. Амане упал. Ну, кстати, с Афра LDLC должны зажечь, конечно, этот танцпол. Должны, конечно, показать красоту. МХЛ. Минус. У Афра это 15-12. Это 15-12. Отлично, кстати, хае залетает по Mighty Max. Ну, там две скорее было хаешки. Но сути дела не меняет. Mighty Max уже львиную долю здоровья потерял. Афра. Прострелы. Макс МХЛ. Сноблинг минус по МХЛ. Хороший фраг. Далее еще один молик. Еще один молотов. Ходит пока у нас игрок. Нерц пытается распикать. Забирает Афра. Какая неаккуратная игра. Зато у Гравити вышло. Недолго, правда? Гравити как-то небрежно отходит. Неприятно. Неприятно, друзья. Быть парнями из LDLC. Хотя 3-3. Опять же, Heavy God. Новый для Endpoint. Израильский игрок. Стреляет отменно. Сюрреал. Аккуратно проходит. Эвика. Минус по сноблингу. Выход на точку Б.
Точка. Точка остается под контролем LDLC. И бомба установлена. Два в три. Идут на сейф. Парни в защите. Но не стоит далеко уходить. А Мане все же, да, стоит ему остаться за колонной. Ждать противника. Ну да. 15-13. Дальше будет раунд с пистолетами и девайсами, которые смогут засейвить. Если смогут засейвить. Наверное, 12 хп. Ну и Амане выживает. Амане выжил. С другой стороны, опять же, сторона атаки сильная, и за сторону атаки еще два взять, это просто... Это просто мелочи, на самом деле. Еще один рывочек. И все. И все, вот уже и допы засекьюрены. Друзья мои. Пятнадцать, тринадцать. Молик дает. Мачель проверяет мидл. Никого не видит и отходит. Флешка. Прострелы. Мачель. Подтягивается. Будет смешно, если парни из LDLC этот раунд себе заберут. Флешка. Ждет пока МХЛ. Стрелы. МХЛ в ожидании. Выход в флешках. Хавикат. МХЛ проходит дальше. Опять дым. Флеша от Мерца. Ждем далее. Ну и падает мультимакс. Сноблинг тоже упал, она хороший минус, но дальше закрепиться не удается парням из LDLC. И так реально, такими темпами можно доиграть. Доиграть до допов, парни. Я в этом уже не сомневаюсь, Нерц. Аккуратно чекает. Проход, проход. Вот гравити, Амане упал. Все, друзья, это 14 лейнпоинт. Ну, что получается? Либо сейчас, либо никогда от LDLC. Ждем допы. Ждем допы, иначе никак. Нации 14. Еще один рывочек LDLC. Еще один шажочек. А, минус по Мэти Максу, ММЧЛ, минус по Сноблингу. Флешка. ММЧЛ играется с оппонентом, Гравити. Гравити готовит молотов. Все отошел. Все, флешка. Ждет ММЧЛ. Своего часа. Ой-ой-ой, неприятно, Молик.
ты. Молотов, это Мичеля, флешка тоже. Дальше Мичель проходит. Сюрреал. Можно сделать четкий выпад. В плане именно наводки. Четко навестись. Уверенно, ровно. На голову оппонента. Навестись, но нет. У Афра, кстати, не получилось. А вот у Сюрреала выходит. Вопросы, еще и гравити. У нас отлетает. Хевикат, отличный минус. Афра пытался сделать фраг и сделал его. По итогу 2 в 2 ситуация. Что и Мичель, что Сюрреал падают. Но на выбивании у LDLC 2 авика. А это значит, что луз практически неизбежен. Хотя все зависит от мастерства игроков. И улетает. Нер ждет Амане. Амане падает. Афра последний. Эвигатор забрал. 15-15, друзья. И это дополнительные раунды. О, ну, друзья, все по дефолту. Вы и сами все знаете. Пауза в длиной в 4 минуты от обоих коллективов просто неизбежна. Вернемся как только, так сразу. We'll be right back.
Побежали, друзья, дальше. LDLC Endpoint. На карте Анубис. Брукси. Ждет пока под дымами. Дым лежит, и Мичель тоже готов. Флешка. Нерц. Еще одна флешка. Эвига. Ищет противника. Никого не находит. Аманем. Дым сетапит якобы для себя ванвей. Но он может стать ванвеем только если он сам по него вернется. И он возвращается. И он возвращается, что самое интересное. Эвика. Дает раскидку. Еще одна флешка. Афра отходит. Ну, есть мола. Ждет Хейвига. Своего часа. Дурил. Молик. Выход на парней. Нерц падает. Нет, нерц живет. Нерц падает, друзья. И гравити падает. Сюрил бомбу ставит. Выстрел. Выстрел еще один. Афра. Два минуса. Отлично. И Сноблинг. Враг дается Сюрилу и падает МЧЛ. Друзья, это чудесный, чудесный 16-й для LDLC. Ну, вне всяких похвал, друзья. Вне всяких похвал. Это действительно хороший от LDLC. Берут 16-й по дефолту. На допах. Ну, Грац. Грац, конечно. Но нужно было капельку раньше. Нужно было капельку раньше. Макс, МХЛ. Аманем ждет противника. Фейвигат. Дым накинул. Молик от Фейвигата отходит аккуратно. Флешечка. Хороша. Альям. Фукси. Дропнул тиммейту гранату. Молик от Мэтимекса. Проверяет аккуратно Мане. Майти Мэкса забрал, Брукси, фраг по Хейвигаду, и теперь Сюрил. Мэчель отходит, подгорел, 44%, Сноблинг пытается и туда, и сюда смотреть, и туда, и сюда решать. Сюрил, минус по Сноблингу, Мэчель, фраг по Гравити. 3 в 3, 3 в 3, не нужно проигрывать этот раунд парням из LDLC, желательно все в защите взять. Ну или хотя бы два. Вот лучше взять этот, а дальше можно уже отдавать. В принципе, выпад хороший. Три минуса, и он решает исход этой карты. Может быть. Квадрокилл. Квадрокилл от него 17-15. Если взять 18-й, будет победа просто флоулес. В рамках этой половины этих допов. А может быть и нет, конечно. Кто знает, кто знает. В любом случае, посмотрим. Афра. МХЛ ждет пока. Подсадка в мидле. Ждет проход под Temple of Anubis. Ну и МЧЛ. Нерц забирает Сноблинга. Брукси падает. Мэтимекс тоже включается. Сюрил минус по Брукси. Я уже это и сказал.
И 2 в 5 не пошло. Не пошло у парней. Ну и афра. Упал, Сюрил хороший минус. Амане последний. Амане последний с авиком будет пытаться. А и пытается на самом деле что-то сделать. 13 хп, если у него получится, это будет лучший клатч его карьере, может быть. Забирает он Сюрила. Дальше отходит, будет сразу падать вниз на воду, это мы понимаем. Красивый авик. Ну, стоит это отметить. Амане. Промах от Мичеля. Тут молик, дым. Смешно. Дым в ответ. Мичель выбирает. 17-16. Друзья. Следующая половина. Стартует. Вот-вот. Минута. Минута у нас будет пауза. Так что я думаю, можно далеко не расходиться. Сейчас мы быстренько оп-оп. И разберемся с тем, кто все-таки достоин, а кто нет. Поглядим. Поглядим. Пока у нас тут разбежки, друзья. Да, друзья, это тот самый Амане. Вот до чего доводит карьера некоторых игроков. Это как Оскар, знаете, который сейчас играет. А вот в какой команде сейчас играет Оскар, друзья? Вот отпишите, потому что я точно знаю. Вот отпишите, знаете ли вы, где играет Оскар? Тот самый парень, который делал хайлайты за Mo Sports. Тот самый снайпер. Потому что я думаю, без того, чтобы зайти на кавер GG или что-то похожее. Да, да. Даурбой. Красавчик Синерс, действительно. Он играет за Синерс. Кто бы мог подумать, что Оскар с того момента, как поднимал трофеи над своей головой на, ну, самых крутых аренах. Киберспортивных играет в Синерс. Те же самые, например, iBallers, GV, Плюша. Когда-то Фнатики восходили на свой престол легендарных команд. Именно с GV и Плюшей. А сейчас... А сейчас iBallers. Ну, с другой стороны, iBallers, опять же, это созданная организация. Поэтому чуть-чуть не в счет. Но все же. Или, например, Бьяли. Тас. Эти парни тоже играют. Тоже играют, но правда за Ангентиум, за Норис. Ну. Вот. А вот это Амане. Например. И вот Амане с G2 прямым рейсом в LDLC. Да, друзья, возраст. Возраст берет свое. Да, на самом деле не возраст. А просто... Свежая кровь. Свежая кровь иногда требуется коррективом. И не в плане возраста, а в плане просто перемены мейнсета команды. Ну, кстати, вот. Хорошо принимает парни из Endpoint. И Mighty Max Snowblinga забирает. Ну, как Бьяли не играет. Дружище. Только я сегодня комментировал матч между... Иллюминар и Ангентиум. И в матче Иллюминар против Ангентиум Бьяли залетал на замену для Иллюминар. А до этого Бьяли играл 2 месяца точно в команде, в той же команде. Может быть, не Ангентиум, а и не Пермита, а Норис. А Норис, он там был один из игроков. Поэтому он играет. Но... Он так играет, что его никто не видит. В этом-то и проблема, друзья. Об этом я и говорю. Что то, что вы не знаете, это не ваши проблемы. Это проблема того, что игроки уже просто не играют на том уровне. Поэтому ты, Айцев, тоже в каком-то смысле прав. Разве это можно назвать игрой? Разве это можно назвать игрой?
А с другой стороны, парни, давайте не будем о грустном. Давайте посмотрим матч. 5 на 5, минута на таймере. И прострелы. Найти Мэкс. Ищет своего оппонента, пытается найти минус. Падает Амане. Нерс забирает еще и Брукси. И неужели эндпоинт заберут эту карту? А это все может быть, друзья. А все может быть. И МХЛ, два минуса. Как-то просто. Выход. Нерс. Афра забирает. Кстати, на последней карте Иллюминар 16-4 очень здорово сегодня закрыли своего оппонента. Ну а вообще, проблемы с игроком на своем выборе 2-0, когда вы ведете, это, конечно, ситуация из грустнейших. Хотя, если бы Яли играл за Иллюминар. Да. Парни, 18-17, шаги от победы, коллектив Endpoint, и мы рискуем с вами оказаться в водовороте событий, неблагоприятных для LDLC, OL. Я, кстати, обещаю вам, что объясню уже на следующей карте, что означает OL. Ну, если это oil, то это слишком просто. А OL это что-то, наверное, интересное. Нерс. Прострелы без минуса. Дым. Молик. Кстати, Endpoint, друзья, и кто не знал, отказались от своего матча на CCT для того, чтобы поиграть вот этот матч на ESL Challenger League. Поэтому... Поэтому как-то так. Получилось, что зарейтили именно этот турнир парни из Endpoint. Ну, оно и понятно. Там у них был счет 1-0, и они 1-1, в принципе, могут спокойно группу доиграть, а тут группы нет. Тут проиграл, вылетел. Ну, для Endpoint вроде бы это так и есть. Ну, бомба устанавливается, кстати, от LDLC. Можно 4 в 5 удерживать спокойно Plant. Если, конечно, хватит сноровки. Афра падает. Мычель прелестный минус. Кавигат минус по первому. Кавигат второго не дожал. Но тут Аманы бежит. Куда бежишь, дорогой? Все, Сноблинг последний. Первого забрался, вторым не вышло. 19-17. Endpoint выигрывают карту Анубис. Будем ждать их выбор. Карту Инферно. Никуда не убегайте.